общем, ребята, кентуха на проводе. И прямо сегодня я проверю мою девушку-стримершу на жадность. Я вначале дам ей очень много всего, а потом попрошу, чтобы она мне все это отдала обратно. Ну что же, это будет очень весело, потому, ребята, присоединитесь. Взлетаем! Вау! Братик, я знаю, ты хочешь эту малышку. И чтобы получить совершенно бесплатно, тебе надо прямо в эту секунду прожать огромный лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, написать любой хороший комментарий, плюс свой ID. И самое главное, посмотри все видео от начала до конца без перемоток. Кто все это сделал, то будет шанс получить на халяву такой классный кунайчик. Ну что же, вот он запланированный стрим. Я буду ждать, чтобы она начала стрим. И начну, ребята, наводить суету. Вначале ей просто отправлю донатик и скажу: покажи свои скины. И как только она покажет скины, я их всех куплю. А потом скажу: девушка, отдавай обратно. Я, ребята, уже все идеально подготовил. Посмотрите, какой будет донат. Покажи, какие скины стоят на рынке. Я богач, я все куплю. Ха-ха-ха-ха. Погнали. Ну что же, Анетка уже начала стрим. Давайте вперед и отправлять донат. И после этого покупать все ее скины. Ха-ха, это будет очень весело. Погнали. 5 minutes later. Я богач, по какие? А-ха-ха, Димочка, блин. Блин, а что такой донат незаметный? Спасибо большое, Димочка. Муа! Подожди, я же выставила скины. Уже выставила. За 300 голды всего лишь, что прикиньте, какая халява. Так, М4 Ронин. Ребят, теперь самое главное, чтобы не было фейка. Потому что если будут фейки, то кенту ЭВП. Обратите внимание, как я замаскировал аккаунт. Я вышел с моего клана перхоть. После этого, ребят, я поменял ник, поменял аватарочку. И вперед покупать эти М4 Ронина и смотреть на реакцию. 5 minutes later. Агасики, ребята, вот она. Опа! Опа, подарок от Димочки, раз. Подарок от Димочки, два. Смотрим, что же там эта мадемуазель скажет и как она отреагирует. Все, погнали. Анетка бокс открывает. Походу, ей очень сильно нужна голда. И тут, ребята. Димуля. Ага. Ты мне начинаешь очень сильно симпатизировать. Айди! Айди! 20 у меня 25 тысяч голды! Обалдеть! Значит, Димочка понравилась. Так, ребят, давайте, короче, в нике поставлю свой ID. В нике поставлю свой ID. И я хочу, чтобы она добавила меня в лобби. Агасики, Анетка выставляет еще один скин. И за сколько? Ну, за сколько? Ну, покажи, ну, покажи, дорогая ты моя. Надеюсь, будет недорого, потому что, ребята, ну, я же не миллионер, должны понять. Так, 349. Ого! Ну, что же, вперед покупать очередные скины у Анетки. Ох, блин, она так радуется, она такая довольна, что ей дают голду. Но она еще не знает, что всю эту голду надо будет ей вернуть. Так, ребята, и вот я только что купил очередной скин на Анетке. Ну что же, погнали, посмотрим ее реакцию. Я очень надеюсь, что она меня пригласит в лобби. 5 minutes later. Дима! Спасибо! Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Ты написал свою айдыху? Опа. Мне показалось, или он написал Опа. Свою айдыху? Давай, 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 айди, давай, давай. Айди! Давай, родная. А че ты Пепа? Бля, кстати, я чуть не подумал, вдруг Анетка спалит, потому что аватарка Пепы. Ну ладно, ребята, будем говорить потише, чтобы Анетка ничего не поняла. О, пригласила, пригласила, пригласила. Принимаем и пишем. Привет, я тебя люблю. Привет, я тебя люблю. Ты такой добрый, конечно, я добрый, Анетка. Когда я тебе голду-то даю, как я могу быть недобрым? Я самый добрый. Поставляю еще два скина до 500 голды. О, я думал, она сейчас разденется. Я думал, она сейчас сделает вот так. Это я понимаю, мой человек. Ой, у меня вот... Так, за сколько? 999 голды. Ничего себе, Анетка, ты меня обанкротишь. Так, ребята, надо говорить тише, чтобы Анетка меня не спалила. О, вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. Так. Ради контента. Да! Продали. Ну как продали? Анетка продала, а я купил. Я хочу выпить за тебя, за твое здоровье. Это самая вкусная вода. Спасибо! Спасибо! Ты красотка. Хочешь 20 тысяч голды, а? Да, очень хочу. Давай дуэль, если выиграешь с меня 20 тысяч голды. Давай дуэль!
Да я ж тебя разнесу. Я реально нубка, то есть у меня КД 0.98, а тут вообще 0.87. Так что, если что, ты не бойся, я 100% проиграю. А с меня что? А с меня что? Ничего. Все, ребят, ништяк. По идее, она прямо сейчас соглашается на дуэль. И в итоге я специально ей поддамся, специально проиграю, и я буду должен ей отдать 20 тысяч голды. Но вместо того, чтобы отдать всю эту голду, знаете что было? Просто присядьте и смотрите видео дальше, потому что я наперед забегать не хочу. Все, ребята, игра началась. Я выбираю команду Т. И теперь давайте немножко похвастаемся своими скинами. Но чисто немножко, так сказать, удиви монетку. Вот она. Смотри. А? Какие у меня скины-то есть, а? Еще и тычки. Ай-яй-яй-яй-яй. Показывай. О май гад. Ой, подождите, как поняла? Ой, я поняла. Какой знакомый скинец. Подожди, у меня что же есть АКРТХ? Ты меня не удивил. Давай давай обниматься. Обниматься, иди ко мне, кадетелечки, иди. Ой, извини, у меня очень крепкие объятия. Ну что, леди и джентльмены, вперед. Беру хоешку. Так, в первом раунде мы возьмем B350. Будем играть как полный нуб. Я буду специально стрелять просто мимо головы. Бежим. Мы не шифтим, мы же нубы. Ой-ой-ой, стреляй, не могу попасть. Анетка, ну. Бегу с ножом, вот как настоящий нуб. Все, я проиграл. Все, унесла тебя домой. Ну, прости меня. Первый раунд мы слили. Но во втором раунде, ребят, я решил взять МС-40. Сейчас будет весело. Потому что я с МС-40 вообще никогда не играю. И я скажу честно, это будет очень сложно. Ты точно? Ты точно не обма... Она говорит, ты точно не заскамишь. Нет, я не такой. Эй, ты чё? Блин, пока писала ей чат, она меня замочила. Я его отвлекла. Извини, конечно. Вот Анетка. Она сама меня заскамила. Дальше мы возьмем. Так, давайте дигл возьмем. О, идеально. Я попаду. Попала! Привет, Андрей! Анетка! Ага, все, опять не попал. Что понимали, я за все эти 3 раунда ни разу по ней даже не попал. Блин, это жесть. А ты что, бущенный? Ну как-то легко. Ребят, реально легко. Но он... Нет, не пишите, что он заскамит. Ребят, не надо писать, что он заскамит. Он дал мне уже... Сейчас скажу. 1400 голды. В этом раунде, ребят, я предлагаю... Давайте так. Она меня немножко накоцает, и я подорвусь сам на своей же хаешке. Вот. Идеально. Ну, попади по мне разочек. Блин! Я тебя... У меня не вышло. Она слишком хорошо стреляет. Я прямо сейчас специально хочу, чтобы она меня надамажила. И я подарюсь на своей хаешке, чтобы она просто подумала, что я вообще какой-то мега лютый нуб. Счет 4-0. И я проигрываю 20 тысяч голды. Но Анетка даже не знает, что я их не собираюсь отдавать. Я не то, что их не отдам. Я еще прошу, чтобы она отдала ту голду, которую я отдавал ей. Ого! Ничего себе, на киберша. Тебя 20 тысяч голды. Ну что, Анетка, конфетка, в попе табуретка, влажная салфетка. Ты не знаешь, с кем ты связалась. Посмотри на эту наклейку. Посмотри, а? Бежим через Тёмочку. Бежим. Подрываемся. Бах! Идеально. У меня осталось 3-4 хп. Я просто тебя с АВМ разношу. Я вообще не умею играть с АВМ. Не поняла. Я поняла! Я поняла! Это типа кибер притворился нубом! Он еще прикалывается. Блин! Так, стреляем просто, куда попало? Вот так! Анетка, ты где, красавица? Все. И теперь посмотрите. Анетка мой саппорт. Лоу, ару. Ребят, это не смешно. Подождите, дайте угадаю, он при счете 7-0 начнет камбэч, да? И я типа стану и будут называть меня все. Анетка, ты потихо. 6-0. Слушай, почини, а может мы возьмем АВМ? А?
Как вам идея? Она же даже не знает, то, что у меня есть АВМ Спорт В2. Она подумает, ничего себе, Димочка при бабках. И она точно будет уверена, то, что я ее не кину. О! Спорт В2! Спорт В2! Так, ага. Оп! А что такое? А что такое? А ты думал, Димочка не умеет играть? Димочка, если захочет, он может собраться, взять свои яйки в кулак и показать, кто такие настоящие Димочки. Он сейчас начнет жестко камбэчить, да? А теперь смотрите, что сейчас произойдет. О, пальчики бабуни, бам! Да, это было больно, но ничего страшного, ради контентика. Опа, а ну-ка. Идеально, опять я сам свой сапог. Аплодисменты! Замечательно! Короче, ребята, есть план. Давайте в этом раунде я буду играть чисто с ножом, чтобы она вообще подумала, что я полный-полный нуб. И при том я даже попробую обойти. Она спалила! Тише. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Блин, ну я хотел ее на ножичек посадить. Я не буду, все, я играю на всю силу. Ага, идеально. Все, 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 мы слились. Я проиграл 20 тысяч голды. Я представляю, как же рада Анетка. Давайте посмотрим. 20 тысяч голды! Я куплю себе АВМ Спорт В2. Он меня не кинет. Ну а теперь начинается самое интересное. Пишет, алло, выставлять. Я такой, ну... Анетка, я с детдома. 20 тысяч голды. Можешь понять меня и отдать 20 тысяч голды обратно, умоляю. Чат пишет, что ты скам. Можешь понять меня и отдать? То? Ой, ступки 20 тысяч. Ха, это я уже немножко, ребята, преувеличил. Я реально с детдома. Ты просто мне не давал 20 тысяч, а он же ж мне не давал 20 тысяч. Типа вот, он дал. А зачем ты давал тогда? Я реально с детдома. Прошу, отдай мои 2000 голды обратно. Умоляю. Давай, Анетка, будь хорошей девочкой. Я тебя прошу, будь хорошей девочкой. Отдай, отдай, отдай. Ну ладно. Сейчас скажу 1500 г выставляй с натрея. Вот это, блин, меня радовало. Ну хорошо, хоть не дал. Не, ну на 20 тысяч мы играли тоже. Я просто губу разгадала, ребята. Она реально готова отдать? Анетка, я тебя просто обожаю. 3 наклейки кицуне выставлю за 2000 голды. Так, все, выставил. 5 minutes later. Все на твоей совести. Так, я же у него покупаю. Все, купила, пока. Все, купила, пока. Все, пока. Она отдала! Анетка прошла проверку на честность, просто ты умничка. Ну а теперь, ребятки, погнали бегом ей говорить то, что это был пранк. Я даже не просто скажу, я к ней приду на стрим и лично скажу. Анетка, я тебя затроллил, бугага. Не, ребят, это реально было очень сильно обидно. Что? А что ты скажешь по поводу Димочки? Димочка хороший мальчик или нет? А что ты улыбаешься? Потому что Димочка это я! Это была проверка на шарфе! Стой, стой! Ты нормальный? Слышишь? Курица! Так, все, секунду, не буянь. Это была проверка на жадность, все прошло, умничка. Ты умничка, ты дала 2000 голды! Красава! Давай, давай лапу. Анетка молодец, и она прошла проверку на жадность. А прошел бы ты ли ее? А? А ну напиши в комментариях. Ну, Анетка не дает. Что только что было, ребята? Продолжение в телеграм-канале, потому что Анетка там что-то совсем распоясалась. Так, ну что же, пацаны, в принципе, это все. Обязательно прожмите лайкосик, подпишитесь на мой YouTube-канал и напишите любые хорошие комментарии. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока!